Нож таран, рукоять эластрон. Видим, название выбито, подвесной монтаж. Данная модель выполнена без дол, с покрытием черный стонбуш. Ну, этот мраморный рисунок покажем. Выглядит таким образом. Лого компании, название ножа. На обухе кострию спуски. Так называемые буаи. Или в простонародье щучкой. Ну, стандартные эластрон цепки для дополнительной устойчивости и удобства хвата. Такие вот выступы, так называемые подпальцевые. Нож очень удобный за счет вот этого вот места ближе к тыльнику. Ну, тыльника тут нет, ближе. Он очень удобен при изъятии. И вообще он лежит очень удобно и чувствуется, что немаловажно.